Bonjour madame, monsieur, chers collègues, chers amis. Nous allons commencer maintenant la deuxième séance de colloque sur l'Ostrochana. Et ces trois prochaines communications s'intéresseront au Moyen-Âge. Et la première sera celle d'Alexei Gritsina, qui représente l'Institut d'archéologie de Samarcande. Alexei est archéologue et aussi grand spécialiste d'archéologie et histoire de l'Ostrochana. Il a passé beaucoup de saisons archéologiques dans ce pays. Donc, maintenant, vous pouvez me commencer. Et sa communication traitera des rituels et cultes de l'Ostrochana d'après l'exemple de ses fouilles à Zanin. В период раннего средневековья, когда в Средней Азии широко распространялся обряд погребения в керамических ящичках, ассуариях, население горных районов и особенно расположенной Ферганы в основной массе своей оставались приверженцами древнего обряда погребения именно в сосудах. Аналогичная картина наблюдается, к примеру, и в отношении Тахаристана. Только совсем недавно здесь был найден первый ассуарий. Долгое время ассуарий с могильником Кош-Тепа, расположенного близ Заамина, являлся единственным найденным на территории Ostrochana, расположенной в пределах Узбекистана. В последние годы количество их значительно возросло и приближается к 20. Несколько костехранилищ найдено в округе Заамина. О том, что ассуарии в течение некоторого времени после захоронения костей использовались в ритуальных целях, свидетельствует вертикальное отверстие в боковых ручках, предназначенных, видимо, для вставления стержней. Что касается Заамина, то в период раннего Средневековья он играл важную роль в политической, особенно экономической жизни Ostrochana, являясь крупнейшим населенным пунктом. Об этом свидетельствуют остатки мощной цитадели, городища Актепе, на правом берегу Заамин-Су. Этому способствовала соответствующая экономическая база, связанная с горнодобывающим промыслом, металлургическим ремеслом и сельским хозяйством. Поэтому не случайно вокруг Заамина концентрируются массовые погребения по маздеитскому обряду в хумах и ассуариях. Как и повсеместно в Ostrochana, значительно преобладает погребение в хумах. Поэтому уникальной является находка погребения в саркофагоподобном ассуарии. Так. Ассуарий имеет две рабочие поверхности. В земле он находился в лежачем положении, но мог ставиться и вертикально, как видно на рисунке. Видимо, это было сделано намеренно, так как считается, что ассуарий после погребения выставлялся родственниками для совершения обряда, посвященного духу предков. Ассуарий сформован ленточным способом из глины качественного вымеса, равномерно обожжен и украшен с лицевой стороны налепными лентами с пальцами и выдавлениями. В верхней части имеется круглое пустое отверстие, вырезанное ножом при завершении формовки. Интересно отметить, что сбоку пустного отверстия проделана поперечная ложбинка. Вероятно, мастер сначала проделал сквозное отверстие, а потом вырезал крышку. При этом часть прокола осталась на крышке, а другая часть на сосуде. С тыльной стороны имеется едва заметная метка мастера в виде круга, прочерченного пальцем. В центре круга имеется отпечаток большого пальца, то есть свою руку он использовал как своеобразный циркуль. Размеры метки практически совпадают с размерами впускного отверстия. Видимо, мастер по ошибке умирался сделать впускное отверстие с противоположной стороны.
По определению антрополога Усмановой, в Ассуарии был похоронен мужчина зрелого возраста, примерно 60-65 лет. Другой не менее интересной находкой является погребение в Хуме. Это не Хум, это Ассуария. Судя по форме и качеству изготовления сосуда, он может быть датирован 6-8 веками. В сосуде, кроме сильно раздробленных человеческих костей, находилось несколько бронзовых изделий и монеты. Монета отчеканена в подражание драхмам сасанидского правителя Пироза. Монета надо. Изображение на аверсе не сохранилось. На реверсе монеты, около высокого алтаря Аштадана, с ярко выраженными языками огня, стоят две человеческие фигуры. Слева от пламени изображена пятиконечная звезда. Определение монеты Этьена Вассиаре. Браслет изготовлен из бронзового круглого в сечении прута с утолщениями на концах. Диаметр прута 0,4 см. Боковины плоские. Подобные браслеты известны по находкам из Пиджикента. Другие бронзовые подвески в виде животного колокольчика и фигурки человека также известны по находкам в Пиджикенте. Фигурка, судя по ярко выраженным атрибутам, явно связана с фаллическим культом. Подобные бронзовые идольчики, как правило, происходят из погребений и известны по находкам в различных регионах Центральной Азии и датируются от второй половины первого века по 6-8 века нашей эры. И самой интересной находкой является крестообразная подвеска в виде фигурки человека с распростертыми руками. Ноги сложены вместе, концы рук загнуты вверх. Снизу рук либо складки одежды, либо, скорее всего, оперение крыльев. Сверху фигурки имеется петелька для подвешивания. Скорее всего, перед нами образ крылатого человека, гения, ангела-хранителя, широко распространенного в искусстве древнего и средневекового мира. В Центральной Азии ангелов-хранителей называли в ависийской традиции фравошами, о чем уже говорилось выше. В данном случае крылатый ангел, скорее всего, заимствован из Старого Света. Исходя из того, что в Хуме найден браслет, можно предположить, что погребение было женским. Предполагается, что снесенная арабами мечеть в старом Заамине являлась первоначально храмом, посвященным зороастрийскому божеству Заму, и переделанной затем арабами в мечеть. Если прибавить к этому и массовые находки хумных погребений, две уникальные терракотовые фигурки идольщиков в Заамине, то можно предположить, что Заамин в период раннего Средневековья являлся не только крупным экономическим, но и идеологическим центром. Все. Вот и идольчик.